Вот вопрос у Оли, как выжить при таком объеме. Понимаете, это решение принимаете вы, чего вы хотите. Но вот я в какой-то момент тоже себе задала вопрос, как же выжить, и ответила на него так себе, а чего я хочу, да? А я хочу вот углубляться и углубляться в Монтессори метод, в каждого ребенка, в каждую ситуацию, в каждый материал. И когда я себе отдала, как бы ответ этот дала, да, когда я почувствовала, что это да, действительно то, что я хочу делать, я стала смело, честно посвящать этому огромное количество времени. Вот, да, и, ну, в общем-то, посвящать всю свою жизнь. И тут каждый человек, он принимает это решение, будет он так жить или не будет. Конечно же, есть семья, дети, все понятно, да. Но все равно, как бы ваше направление, да, насколько вы думаете про ребенка, что вы пишете, все равно, ну, это как сквозная линия такая проходит. Я еду в метро и думаю, там или что-то себе записываю иногда. То есть это постоянный такой процесс. Просто если он идет от, не от вас, а от требований, тогда, конечно же, у вас внутри возникает протест. Но мне кажется, что вы все-таки работаете на своем месте, да, любите свою работу и очень много вкладываетесь в нее, очень много отдаете. И только есть сложность в... Ну, в чем сложность? Что вам кажется, что это что вы тратите зря это время, да, на оформление, а стоит его пересмотреть. Вот какие-то такие у меня мысли.